Всем привет, канал Малина Абдулай, мы сегодня находимся в клубе «Злая пчела». Федерация безоборотного метания Санкт-Петербурга. Bonjour, Marcel Ronvier, je suis enfin arrivé à Saint-Pétersbourg, où Stanislas m'apprend à lancer en no-spin, et Abdullah m'apprend à lancer sans en rotation. Voilà, traditionnel. Voilà. Сняли? Да. Еще что-то? Салют. А, бонжур! Салют. Бонжур. Салют. Салют. Бонжур. Медленно, не спеша, красиво, с улыбочкой. Поехали. Thank you.
уже все равно. То есть, что его здесь нужно? Что его здесь нужно? Потому что он идет по прямой. Скажи, кто тебя научил этому? Этому меня научил Игорь Шемнин. Этому меня вчера научил Игорь Шемнин. Канал «Миллион Амплуа». Ай, молодец какая, а? Получилось все-таки. Да. Советы помогли? Очень помогли. Ну, слава Богу. Большое. Ага. Ну, давай теперь продолжай в том же духе. Оставь эти три, и сейчас еще остальные натыкай туда же. Хорошо, попробую. Давай. Отлично, ты видела? Вы видели? Второй нож! Подряд! Подходи! Подходи! Диана, ты молодец! Ты воткнула сразу два ножа между двух ножей. Вот они. Шикарно. Как ощущения? Здорово. Ага. На соревнованиях. Очень пригодится. Да, я думаю. Спасибо большое за урок. Пожалуйста. Всегда рад помочь. Букет получился. Все точнее и точнее. Вот оно. Вот оно. О, Диана, молодец. Ну все, я больше не буду тебя мучить. Съемками занимайся спокойно, как я тебе говорил. Ну, я, если что, увижу, поправлю. Давай. Спасибо. Друзья-безоборочники, мы проводим первые международные соревнования по ноу-спин. Заочные. Присоединяйтесь к нашему проекту. Все. Все безоборотчики мира. Ура! Всем пока! И то надо, я припутал. Всем привет, Камлева! Сегодня мы находимся в клубе Злайпчу. Злайпчу, блин. Ладно, еще раз. Так, еще раз. Только не заржи. С вами был Камлева Абдулла. И Федерация безоборотного питания Санкт-Петербурга. Alors, Marcel Ronvier, j'arrive de France,
dans le club de Stanislas Apollonov qui m'apprend à lancer en no-spin et où il y a également Abdoulaye qui me donne des conseils pour le lancer en rotation. Voilà, avec d'excellents couteaux, le Diatel 2. Подписывайтесь, жмите лайки. Мы вам еще что-нибудь снимем интересное. Обязательно. Всем пока. Тебе надо что-то пошутить. Да? Да. Пошутить? Да. Юмор. Юмор. Как хочешь. Давай анекдот. Ой, нет, это неприлично. Нет, нет, это серьезно. Серьезно? Да. Сава. А можно, сейчас можно снимать, когда ты, мета, ты, она... Все. А шутку-то как снимать? Ладно, пошутим в процессе. Ладно, это и мы вырежем.